Глава города Вадим Шувалов накануне провел первое в статусе градоначальника заседание Координационного совета по вопросам этнических и религиозных сообществ. На нем чиновники, депутаты, общественники, представители духовенства и полиции обсудили реализацию проектов, направленную на социализацию и адаптацию детей-мигрантов в школах, подготовку к грядущим выборам, а также проведение Дня народного единства. В своем приветственном слове Вадим Шувалов отметил важность подобных встреч. Обстановка в городе Сургуте стабильная, и хотелось бы, чтобы мы с вами вот именно и такими встречами поддерживали, чтобы в Сургуте было у нас все спокойно, чтобы мы все, независимо от своих религиозных взглядов, независимо от своей национальности, действительно делали все для того, чтобы в нашем городе всем жилось комфортно, счастливо и безопасно.